И сегодня мы поговорим о самом распространенном, одном из самых распространенных приемов – арпеджио. В народе его еще называют перебор. Итак, что такое арпеджио? Это звуки аккорда, которые мы извлекаем не вместе, а поочередно. То есть аккорд – это когда более двух звуков мы берем вместе. Арпеджио – это когда мы эти же звуки извлекаем поочередно. Арпеджио часто используется в различных песнях, балладах, романсах, то есть как аккомпанемент, как сольные пьесы. И для гитары очень характерно арпеджирование. Существует масса этюдов различных и упражнений на основе этого приема, которые будут не только полезны, но и приятны для слуха. Мы несколько упражнений таких разберем с вами. И первое, что нужно запомнить, это то, что арпеджио это не какой-то в одном направлении у нас двигаются звуки, они могут двигаться в самом разном направлении и иметь различные ритмические рисунки. Мы разберем самые распространенные. Итак, сейчас без левой руки попробуем, сосредоточимся на правой руке. Пальцем П, то есть большим пальцем, мы извлекаем шестую струну, потом третью указательным пальцем И, потом вторую струну средним пальцем М, первая струна пальцем А, и в обратную сторону также вторая и третья. У нас задействуются все четыре пальца подряд. П, И, М, А, М, И. Еще раз. Шестая, третья, вторая, первая, вторая, третья. И таким образом мы играем громко, ровно, четко, без всяких призвуков. Постепенно, когда начинает получаться медленно, мы ускоряем темп. Не гонитесь за темпом, важно качество. Самое главное – это качество. Если получается играть бас на тирандо, попробуйте сыграть его на паяндо. Помните, что такое паяндо? Это когда мы соскальзываем со струны на соседнюю струну, то есть играем с опорой. Тогда у нас будет бас мощнее звучать и красиво. Теперь попробуем добавить аккорд. Самый простой аккорд, когда мы зажимаем всего две ноты в левой руке, это аккорд ЕМ, ми минор. Мы зажимаем на втором ладу, на пятой струне и на четвертой струне, первым, вторым пальцем. И играем все то же самое, только меняем басы. Вначале шестой, потом пятый, потом четвертый.
транспаренты. Старайтесь выговаривать все звуки четко и ровно. Еще один прием изучения арпеджио – это через струну. Очень часто встречается в песнях. То есть мы играем, как играли, только шестая, третья, вторую мы пропускаем и играем сразу первую, а потом возвращаемся на вторую. Пробуем сыграть это на аккорде ЕМ, то есть ми минор. Шестая, третья, первая, вторая. Потом пятая, третья, первая, вторая. И четвертая, третья, первая, вторая. И также через медленный темп достигается более быстрый темп. Еще одну фигуру мы с вами рассмотрим. Тоже очень часто используется, но она более сложная. Здесь мы играем вначале шестую струну, потом третья, вторая, третья, потом первая и снова третья, вторая, третья. То есть начинаем с шестой, потом третья, вторая, третья, первая, третья, вторая, третья. Теперь пытаемся сыграть без остановок это. Медленно. И добавляем опять басы на аккорде ми минор. Аккорд до мажорный С. Здесь просто все, потому что мы оставляем второй палец на четвертой струне и добавляем только на пятой струне третий лад и первый лад на второй струне первым пальцем. Вот таким образом. То есть у нас второй палец не снимается. Вот так. И сейчас попробуем сыграть это все на арпеджио, будет очень красиво. Шестой бас, потом пятый, четвертый. Теперь снова пятый и переходим на аккорд до мажор. Играем пятую струну, потом четвертую струну, снова пятую струну. И здесь шестая, но только не открытая, а на третьем ладу зажимаем. Снова возвращаемся к ми минору. Еще раз. Шестая, пятая, четвертая, пятая. Потом бас меняется на до мажор. Пятая, четвертая, снова пятая. Зажимаем на шестой струне третий лад и заканчиваем на ми миноре. Когда это все отработается и вы будете играть быстро и непринужденно, будет очень красиво звучать. Уже как такая небольшая пьеса получается у нас. Также мы можем сыграть всеми теми приемами, которые только что узнали. То есть когда мы играем третью, вторую, третью, повторяем. И так далее. Еще один прием, который производный от арпеджио, называется арпеджиато. Арпеджиато – это быстрое арпеджио. Используется оно в основном в тех случаях, когда арпеджио мы не можем взять, то есть когда используется более четырех звуков. Например, все шесть струн.
или 5. Арпеджиата можно брать двумя способами. Один способ – это когда мы большим пальцем П проводим по струнам. И один из способов – это быстрое извлечение звуков всеми четырьмя пальцами. Только большой палец у нас соскальзывает со струны вот таким образом. То есть скользит со струны на струну, и остальные подхватывают уже. Также этот прием может использоваться и для трех струн, для подражания каким-нибудь старинным инструментам или просто для красоты. Используйте эти приемы, и ваша игра обогатится новыми красками и станет более интересной. А на следующем уроке мы поговорим о том, как петь с гитарой. То есть этот урок будет посвящен для тех, кто любит не только играть, но и петь.